На правовых приемах в налоговой инспекции брещане все чаще задают вопросы о правильной подаче декларации, в частности, в каких случаях в нее вносятся полученные презенты и подарки. В 2024 году максимальная сумма дарения, с которой не придется платить подоходный налог, выросла на 1093 белорусских рубля. Сегодня сумма, с которой не придется платить подоходный налог, составляет 10 431 рубль. Однако в налоговых декларациях граждан, подающих отчетность за 2023 год, сумма подарков не должна превышать 9338 рублей. Доходы, полученные физическим лицом от близких, родственников и лиц, состоящих с ним в отношениях свойства, опекуна, попечителя и подопечного, не признаются объектом налогообложения подоходным налогом, независимо от размера полученного подарка. К лицам, состоящим в отношениях близкого родства, относятся родители, усыновители, удочерители, дети, в том числе усыновленные и удочеренные, родные братья и сестры, дед, бабка, внуки, прадед, прабабка, правнуки, супруги. К лицам, состоящим в отношениях свойства, относятся близкие родственники другого супруга. Если человек получит дар сумму свыше этой цифры, по итогам года необходимо подать налоговую декларацию и платить налоги, исчисленные из суммы, превышающие установленную норму. К ней применяется подоходный налог по ставке 13%. Процедура регулируется пунктом 22 статьи 208 Налогового кодекса Республики Беларусь. Физические лица, получившие в течение 2023 года доходы в результате дарения в виде недвижимого имущества по договору ренты бесплатно от физических лиц по договорам, не связанным с осуществлением предпринимательской деятельности, в размере, превышающем 9338 белорусских рублей от всех источников в течение года, обязаны отчитаться в налоговую путем подачи налоговой декларации по подоходному налогу. Сделать это нужно не позднее 1 апреля 2024 года, поскольку установленный срок 31 марта попадает на выходной день. При этом облагается подоходным налогом сумма, превышающая установленный предел. Сумма подоходного налога будет исчислена налоговым органом по ставке в размере 13%. Например, в 2023 году друзья и неблизкие родственники подарили подарков на общую сумму 11 тысяч рублей. Следовательно, вы обязаны подать декларацию и уплатить налог с суммы 1662 белорусских рубля. Срок уплаты подоходного налога не позднее 3 июня 2024 года. Василина Буцкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович, Новости Бреста.